Здорово, женек. Как твои дела? Все ништяк. Слушай, у нас сегодня нормальный ход такой. Кубинские друзья прислали нам сигареты. Кубинский табак. Настоящий. Да популяр. Ладно. Крепкие, наверное. О, и упак. Там мама не горюй, там, блин, выплюн кишки. Ты да. При Савдепе же жил. Ты конечно, помнишь конечно. Кубинские какие-нибудь сигареты? Вот типа Портагас, Лигерос. Конечно, конечно, помню. Они же крепкие. Ну, это давно было, да. Ну, давно было. А сейчас вот ты в курсе? А сейчас я даже не знаю, блин. Ты видал, вот эти вот сигареты, они вот это, без даже интересно попробовать. Без российской акциски, вот, ну, настоящие. Да. Вот, там, Куба, табака, все дела. 0,8 ну, да. Миллиграмм, вот, в популяре, там, никотина. Ты сейчас же в курсе, что на наших сигаретах не пишут вообще ничего, там не поймешь, что мы курим, никотин или какую-то химию там вообще. Вообще там не табак. А что там? А там какие-то веники. Веники? Завернутые, да. Короче, берут веник, мелко постригли. Да, 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 да. Пошли в Магнит Косметик, да, взяли да, да. Там какой-то одеколон, попшикали, что пахло, короче, там. Вот да, одеколон, и вот курите, господа. Скорее всего, одеколон табака. Да. Да, вот побрызгали вот эту фигню. А вот курят. Это даже интересно попробовать. Может, сначала ты выпьешь, чтобы ощутить полностью аромат. А тут что покурил? А что выпить-то хоть? У нас есть какая-то... Да что у нас есть? У нас есть самогон! Самогон — это круто! Самогон! Давай! Самогон! Начисляй, брат. Как смерть колхознику. Лимон-то сейчас надо это... Вот так вот. Употреблять. А да, да, да. Сейчас зима. Как бы так. Ну-ка. Ух, цинус. Ну, что, продегустируешь? Ну, возможно, да. Смотри, крепенькая. Ой, хорошо. Популяр, 0,8 миллиграмм никотина. Класс. Вот это чувствуется. Что чувствуется? Ёпта мать. Аж захватывает дух, ёп. Кубинский табачок. Хрен да, добрый, это. Добрый, да. Фидель Кастро мало не дурак был. У кого есть желание приобрести эти славные кубинские сигареты? Ссылка в описании. Я парламент скуриваю 6 затяжек. Вот 6 раз затянулся, парламента нет. Ну да. Ну да, 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 совершенно верно. Где-то так. А вот это вот, о, блядь. Ты понимаешь, вот я покурил. Вот приятно, эти... приятно. Да, да, именно. Фича в том, что... Чувствуется. Вот я первый раз, когда покурил вот эти популяр сигареты, я потом часа 4 вообще не курил. Просто не хотелось. Я именно курился. Вот одной сигаретой накурил. За эти 4 часа я бы скурил бы, я не знаю, парламента, я бы скурил бы сигарет бы, ну, 5 бы я точно бы скурил бы. Ну, это, видишь, разные люди, женек. Ну, я, например, люди? Ту же Яву золотую. Мне... Ну, подожди, организму все равно, курильщикам требуется никотин. Я просто не знаю, сколько в парламенте никотина. Сейчас же Минздрав запретил писать вообще на пачках, что там вообще, сколько там никотина. Хрен его знает. Здесь там хоть он написано. Ну ты согласись, вот эту сигарету гораздо курить приятнее, чем какой-нибудь вон этот Альянс прям. Да конечно, конечно. Совершенно верно. Не, это мало того приятнее. Это вообще по кайфу, ёпта. Ну да. У кого есть желание приобрести эти славные кубинские сигареты? Ссылка в описании.